Всем привет! Сегодня пришла очередная посылочка из Китая. Давайте посмотрим, что там внутри находится. Так, тут у нас что-то коробочка какая-то. Давайте я открою. И в этой коробочке у нас та-дам, вот такой вот пауэрбанк. Такой вот пауэрбанк. Серебристый вот в комплекте шнурик. Давайте посмотрим, заряжен он или нет. Сейчас у меня тут есть смартфончик. Давайте попробуем, будет ли он заряжать его. Это так. На ней это написано, там, ну, неизвестно, какой там аккумулятор стоит. Аккумулятор там что-то 1080, да? 1800 вроде как. Так. Включаем шнур. Как видим, лампочка у нас загорелась. И давайте сюда подключим телефон. Так, значит, надо нажать на кнопочку, наверное. Так, ну, скорее всего, у меня телефон. Да, тут у меня он в чехле, видать, не контачит. Сейчас давайте попробуем другой шнур с более длинным. Этот коротковатый. Давайте попробуем подлиннее шнурочек. Так, вот у меня есть такой вот шнур для зарядки. Давайте его воткнем. Как видим, лампочка загорелась, да, но это что контакт. Вот питание на него подать надо, да? Он, видать, разряженный. А нет, вот, начала мигать. И давайте попробуем. У меня тут еще гнездо у телефона уже что-то раскачалось. Ну вот, зарядка идет. Как видим, все работает. Все заряжается. В общем, вот такой вот пауэрбанк. Это вот металлическая. Корпус такой металлический. Ну, все неплохо. Ссылочка на этот пауэрбанк будет в описании. Такой компактненький. Всегда можно с собой взять. И металлический, что он такой серебристый, прям, ну, четкий. В общем, так, позвонить, если вам надо будет. На телефон разряжен. Раз, подключаете и все, звоните. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. Всего доброго, дорогие друзья. Не забываем подписаться на канал. Ну и поставить лайк этому видео, если не жалко. Всем удачи!